на один из тех, где проходили спортивные соревнования и бои со зверями. В периоды раннего христианства в этих театрах проходят службы, и во все времена этот театр служит как место, где собирались жители, собирались старейшины, правители и обсуждали, решали вопросы и проблемы этих городов. Как в наше время такие здания, в которых собирают и обсуждают политику, называем Дума, парламент, Меджлис, Рада, то есть наподобие этого использовали.